Хазар подвел барана во второй раз и снова нарушил свое обещание. На этот раз месть барана будет горькой. Он поражает Базок оттуда, откуда они никак не ожидали. С переездом барана племя Базок и Календер Ага оказались на грани большой опасности. Все, что когда-либо имел Календер Ага, скоро будет потеряно. Но Календер Ага и его сыновья не намерены легко сдаваться. Они делают все возможное, чтобы вернуть то, что потеряли, и отменить план барана. Тем временем женщины в особняке планируют избавиться от Беллы, которая является единственной причиной всего этого. Злой союз был создан. Их свекровь внутри и ее мать снаружи строили планы против Беллы. Игра, в которую они будут играть на этот раз, поставит Беллу в очень трудную ситуацию. Женские планы срабатывают гладко. В конце концов, Белла войдет в немилость как своего мужа, так и Календера Аги. На этот раз Белле почти невозможно оправдать себя. Брак Беллы и Хазара вновь разжег вражду между двумя племенами, и обещание, данное Базоком и Дюраном, было нарушено. Вот почему Белла и Хазар захотят исправить это сами. Но события вышли за рамки их обоих, и племена вступили в конфликт друг с другом. Однако Календер и Каган заключают такую сделку с бараном Агой, повелителем вражеского племени, что ничья жизнь уже никогда не будет прежней. Это настолько выгодная сделка, что любовь Беллы и Хазара станет причиной пожизненного несчастья самого близкого человека Хазара, Ширин. Вот почему и Хазар, и Белла делают все возможное, чтобы этого не допустить. Однако, когда серия недоразумений побуждает Хазара поддержать эту работу, а не предотвратить ее, Хазар, единственное доверие Ширин, выбывает из строя. Ширин должна смириться со своей судьбой. Несмотря на то, что Хазар теперь поддерживает это, Беллу это никогда не убедит. Он продолжает сражаться за Ширин. Сработает ли эта борьба новой невесты? Ширин – это тот, кто задается этим больше всего. Одна – испанская красавица Белла, выросшая в Мадриде и Милане. Другая – Хазар Ага, выросшая под палящим солнцем Чукурова и сформировавшаяся внутри племени. Несмотря на то, что они люди двух разных миров и двух разных галактик, они не могут остановить свою любовь, женятся и направляются в Чукурову, племя Базок. Белла теперь новая невеста племени Базок. Однако эта ситуация беспокоит всех жителей особняка, особенно свекровь Асия, и все они в этот момент приносят клятву. Эта новая невеста не сможет остаться в этом особняке, она уйдет так же, как и пришла. Никто не будет делать все возможное, чтобы добиться этого. Но Белла стала невестой с проволочной фатой и успешно сдала все экзамены. Однако не только племя Базок, чьи мечты перевернулись с приходом Беллы. Прибытие Беллы открыло еще один фронт врага. И нет ничего, чего этот фронт не сделает для победы. Вражеское племя Дюран делает то, что никто не сможет продолжать жить как прежде. Белла с самого первого дня принесла беду племени Базок, и даже она не могла посчитать, к чему приведут те пути, которые она выбрала, говоря, что любовь способна преодолеть все. Теперь стрела уже покинула лук. Действительно ли любовь преодолеет все? Смогут ли Хазар и Белла выдержать первое испытание? Хазар подвел барана во второй раз и снова нарушил свое обещание. На этот раз месть барана будет горькой. Он поражает Базок оттуда, откуда они никак не ожидали. С переездом барана племя Базок и Календер Ага оказались на грани большой опасности. Все, что когда-либо имел Календер Ага, скоро будет потеряно. Но Календер Ага и его сыновья не намерены легко сдаваться. Они делают все возможное, чтобы вернуть то, что потеряли, и отменить план барана. Тем временем женщины в особняке планируют избавиться от Беллы, которая является единственной причиной всего этого. Злой союз был создан. Их свекровь внутри и ее мать снаружи строили планы против Беллы. Игра, в которую они будут играть на этот раз, поставит Беллу в очень трудную ситуацию. Женские планы срабатывают гладко. В конце концов, Белла войдет в немилость как своего мужа, так и Календера Аги. На этот раз Белле почти невозможно оправдать себя. Брак Беллы и Хазара вновь разжег вражду между двумя племенами, и обещание, данное Базоком и Дюраном, было нарушено. Вот почему Белла и Хазар захотят исправить это сами. Но события вышли за рамки их обоих, и племена вступили в конфликт друг с другом. Однако Календер и Каган заключают такую сделку с бараном Агой, повелителем вражеского племени, что ничья жизнь уже никогда не будет прежней. Это настолько выгодная сделка, что любовь Беллы и Хазара станет причиной пожизненного несчастья самого близкого человека Хазара, Ширин. Вот почему и Хазар, и Белла делают все возможное, чтобы этого не допустить.
Однако, когда серия недоразумений побуждает Хазара поддержать эту работу, а не предотвратить ее, Хазар, единственное доверие Ширин, выбывает из строя. Ширин должна смириться со своей судьбой. Несмотря на то, что Хазар теперь поддерживает это, Беллу это никогда не убедит. Он продолжает сражаться за Ширин. Сработает ли эта борьба новой невесты? Ширин – это тот, кто задается этим больше всего. Одна – испанская красавица Белла, выросшая в Мадриде и Милане. Другая – Хазар Ага, выросшая под палящим солнцем Чукурова и сформировавшаяся внутри племени. Несмотря на то, что они люди двух разных миров и двух разных галактик, они не могут остановить свою любовь, женятся и направляются в Чукурову, племя Базок. Белла теперь новая невеста племени Базок. Однако эта ситуация беспокоит всех жителей особняка, особенно свекровь Асия, и все они в этот момент приносят клятву. Эта новая невеста не сможет остаться в этом особняке, она уйдет так же, как и пришла. Никто не будет делать все возможное, чтобы добиться этого. Но Белла стала невестой с проволочной фатой и успешно сдала все экзамены. Однако не только племя Базок, чьи мечты перевернулись с приходом Беллы. Прибытие Беллы открыло еще один фронт врага. И нет ничего, чего этот фронт не сделает для победы. Вражеское племя Дюран делает то, что никто не сможет продолжать жить как прежде. Белла с самого первого дня принесла беду племени Базок, и даже она не могла посчитать, к чему приведут те пути, которые она выбрала, говоря, что любовь способна преодолеть все. Теперь стрела уже покинула лук. Действительно ли любовь преодолеет все? Смогут ли Хазар и Белла выдержать первое испытание? Хазар подвел барана во второй раз и снова нарушил свое обещание. На этот раз месть барана будет горькой. Он поражает Базок оттуда, откуда они никак не ожидали. С переездом барана племя Базок и Календер Ага оказались на грани большой опасности. Все, что когда-либо имел Календер Ага, скоро будет потеряно. Но Календер Ага и его сыновья не намерены легко сдаваться. Они делают все возможное, чтобы вернуть то, что потеряли, и отменить план барана. Тем временем женщины в особняке планируют избавиться от Беллы, которая является единственной причиной всего этого. Злой союз был создан. Их свекровь внутри и ее мать снаружи строили планы против Беллы. Игра, в которую они будут играть на этот раз, поставит Беллу в очень трудную ситуацию. Женские планы срабатывают гладко. В конце концов, Белла войдет в немилость как своего мужа, так и Календера Аги. На этот раз Белле почти невозможно оправдать себя. Брак Беллы и Хазара вновь разжег вражду между двумя племенами, и обещание, данное Базоками Дюраном, было нарушено. Вот почему Белла и Хазар захотят исправить это сами. Но события вышли за рамки их обоих, и племена вступили в конфликт друг с другом. Однако Календер и Каган заключают такую сделку с бараном Агой, повелителем вражеского племени, что ничья жизнь уже никогда не будет прежней.